Игры группового этапа международного турнира по мотоболу команда «Металлург» прошла без поражений. Со счетом 9-0 обыграли спортсменов Коврова, 6-2 сыграли с Литвой и 13-2 со сборной Краснодарского края. В этом турнире мы немножко тут экспериментировали с молодым составом. Вот, и они оправдывают себя, у нас есть хорошее будущее. В этом турнире у всех игроков «Металлурга» была возможность показать себя. Один из представителей молодежного состава «Металлурга» – Артем Коротких. Он видновчанин и пришел заниматься мотоболом 7 лет назад. С командой мастеров он выезжает не так давно, но у него уже есть первые небольшие успехи. Голов не получилось забить, но смог дать 2 паса голевых. Ну, с одного забили, с другого нет. Ну, не получилось. На выход в финал претендовали литовцы и ковровчане. Но сыграв между собой в ничью, путевку на решающий матч получили спортсмены из Владимирской области. Отличное настроение и погода хорошая. И день города, и финал турнира нашего 45 лет команде. Спасибо болельщикам. Наконец дошли до стадиона, хоть на финальную игру. На финальную игру также пришли посмотреть гости из Финляндии. Представители города-побратима Туусола пригласили на празднование Дня города Видное. А в программу их пребывания включили посещение матча. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас у нас в гостях в нашем городе Видное. Скажите, до этого вы были знакомы с игрой, вот, которая называется мотобол? В жизни такого вида спорта не видела, не была на таком матче, но очень интересно и живо. Мотоболисты «Металлурга» показали красивую игру. По 2 гола забили Владимир Сосницкий, Геннадий Мыц, по 1 Антон Гусев, Иван Криштопа, Алексей Волков и Никита Марков. Соперникам удалось ответить лишь одним мячом. Счет финала 8-1. И это еще одна победа в копилку 10-летних достижений команды. Всегда в спорте говорят, что завоевать звание легче, чем потом его удержать. Повезло, видимо, «Металлургу». Я всегда говорил и буду, видимо, говорить, что в 1972 году в аграрный район упало в хорошую почву мотобольное зерно. И вот мы до сих пор, оно взошло, и до сих пор собираем вот эти плоды. Заканчивается спортивный сезон. В 2017 году видновские мотоболисты выиграли Кубок России. 31-й раз стали чемпионами России. В составе сборной в 23-й раз завоевали золотые медали чемпионата Европы. Команда «Металлург» – гордость Ленинского района. Так было, так есть, и пусть так будет еще долгие годы. Елена Бабина, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.